Победа алтайских спортсменов – баскетбол, бокс, карате. Какие награды получили наши атлеты, расскажет Дмитрий Гладких в традиционном спортобзоре. В Бердске завершился турнир по карате Кубок Омана. В нем выступили 322 участника от 8 до 13 лет из 25 команд Сибирского федерального округа. Воспитанники барнаульского клуба «Боец» тренера Вадима Томаса завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Обе медали высшей пробы на счету Дарьи Копыловой. По итогам соревнования она стала лучшей спортсменкой турнира. Спустя неделю эти же каратисты выступали на 13-м открытом первенстве спортивно-профессионального клуба «Шатакан» в Новокузнецке. Дарья Копылова вновь одержала победу среди девушек, на этот раз в ката. Алина Рудикова была лучшей в кумите среди девушек 12-13 лет. «Алтайбаскет» провел повторный матч против Тамбова в рамках Суперлиги «Б». Стартовый отрезок завершился с минимальной разницей в счете 20-19 в пользу баскетболистов в белой форме. На большой перерыв команды ушли при счете 42-36, но уже в пользу баскетболистов Тамбова. Современный баскетбол, он очень часто сводится к защите 2 в 2, к защите 1 в 1. Это требует от игроков 100% самоотдачи. Вот об этом и была речь, о том, что нужно просто прибавить, что тот уровень, который мы показали, это не совсем наш уровень. После перерыва все стало на свои места, качество появилось. И отсюда пошло нападение. Третий период вновь прошел с переменным преимуществом. 5 очков подряд принес Павел Трушников. Это позволило хозяевам выйти вперед 56-54. В четвертой четверти барнаульцы сумели добиться трудовой победы против сильного соперника 77-73. Эта виктория стала 10-й на своем паркете. Дома «Алтайбаскет» еще не проигрывал. MVP игры стал Дмитрий Злобин. В активе нашего игрока 23 очка, 9 подборов и 4 перехвата. Следующие игры АБ проведет вновь на домашнем паркете уже в ближайшие выходные против «Союза» из города Заречный. Начало матча в 17 часов. Рубцовчанка Александра Москалева стала бронзовым призером всероссийских соревнований «Олимпийские надежды». Турнир по боксу с участием юниорок и девушек 14-15 лет проходил в Рязанской области. Соревнования собрали 165 участниц из 58 регионов страны. Воспитанница ДЮСШ Рубцовск Александра Москалева выступала в весовой категории до 75 килограммов, в возрастной категории юниоры. В итоге подопечная тренера Александра Серикова вернулась домой с бронзовой медалью. Дмитрий Гладких, Антон Червяков, новости.